Боже, милости будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславие грешил, Господи, прости меня грешным. Помилуй. Достойно есть, ах, воистину блажить тебе, Богородицу Преснобоженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейший воистину Серафим, без исцеления Бога Слова, рожившую сущую, Богородицу тебе величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей, о Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших, хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благости и человека любец. Аминь. Боже, милости будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Если вам видно, кто сегодня есть, смотрите, где, какие поклоны делаются. Второй день Великого Поста. Первые 4 дня в храме богослужения идет на 4 части разбитый канон Андрея Кристского считается. Ну и великопостная молитва, кроме субботы, воскресенья, Ефрема Сирина, Господи, Владыка живота моего, Владыка, то есть Ты Господин моей жизни, дух праздности, уныния, любостяжания, празднословия. А слово «сребролюбие» выкинули почему-то, его надо вернуть, потому что в этом все и утонуло. Не дашь мне, то есть не дай мне. Душа целомудрия, смиренно мудрее, терпение люби, даруй мне, рабу твоему поклон. И, Господи Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, еже не осуждать брата моего, яко благословенности во веки веков. Аминь. После этого поклоны делает. 12 поклонов, все земные. Земной поклон, руки вместе, не сжимать, пальцы вытянутые рядом. Голова достает до пальцев, колени до земли. 12 поклонов, все земные. Я не могу. У меня операция на позвоночнике была, и там, не важно, позвоночник сползает. Поэтому на меня не смотрите, а оговариваю заранее. Поэтому я стараюсь, 3 поклона сделаю, больше нельзя. А потом уже вместе молитва это считается, Господи, Владыка живота моего. И 1 поклон. То на 3 было, теперь 12. И это 16 поклонов. Так было, так князь Владимир принимал. Мы говорим, как, а каждый смотри, как. Может он или нет делать это. Мы считаем то, что установила церковь. Церковь не отрицает молитву своими словами. Послание к филиппийцам, апостол Павел говорит, открывайте свои желания перед Богом. Но свои – это и своя мысль, даже в известные словах, которые даются уже написанные в молитвословии, ты вкладывай то, что у тебя есть. Слов избавь, каждый вкладывает от чего избавь. Грехи каждый вспоминает свои, то есть как бы и написано, и в то же время направление только дает молитва это. Вот первоначально сейчас, это называется начало, начало всегда. У нас кто когда опоздал, приходит, у нас даже этого нет. А вначале было так, вот сегодня это есть у тех, кто придерживается старого обряда, старого, как было при князе Владимире,
Сергии Радонежском до Никоновской реформы в 17 веке. 17 век, 1656 год. Вот. А как равноспасительно, это принято уже в 1971 году, принято на соборе Московской Патриархии, которые были клятвы, проклинали, все сняли, и яко не бывши, то есть как бы этого и не было, что проклинали, яко не бывши. Тысячи людей погибли, яко не бывши. Ну, то есть инквизиция своя была от Никона. Пальцы, если два перста было, теперь было три, у кого два, рубили, теперь все это, яко не бывши. Зарубежная церковь, русская православная зарубежная, та пошла самым правильным путем. Все епископы собрались, написали послание к старообрядцам старого обряда, кто придерживается, дорогие братья наши, простите, мы вот так вот сделали, неправильно сделали. Дай-ка вот где Новый Завет, к истинному православию одну вытащи. Мы один раз засчитаем, вот внизу пониже, вот так. Сейчас я это письмо поместил в нашу книгу. К истинному православию. Где оно тут? Тут где-то мелькнуть должно. Вот, наверное, богословление гляну сейчас. Так. Посмотри, где здесь какая страница. Ну-ка. Отзывы, открытое письмо, где тут? Какое письмо? Ну, попросили прощения, это на соборе перед этими. Покаяние перед старообрядцами, страница 378, открой. Вот. Ознакомиться надо, это очень важный документ, который патриархия никак не отреагировала, а это именно самый правильный путь покаяния. Гнали евреев, папа римский поехал в Израиль, принес покаяние. Вот теперь мы прочитаем перед началом моления, чтобы знать, о чем молиться. Давай, читай. Поближе подойди. Слушайте внимательно. И мы сказали, где это наша книга к истинному православию. Подожди-ка, я покажу. Вот она книга, я не знаю, видно, не видно будет где. К истинному православию. Ее можете зарядить на нашем сайте, она целиком, эта книга, сайт, библейский сайт, во свете Библии. Давай. Материал для книги 40 лет собирался. Тут все, и о крещении, о посте, самые полные материалы. Более полных, я не знаю, существует ли где. Ну, покаяние перед старообрядцами архиерейского собора РПЦЗ. Верующих чад Русской Православной Церкви на родине и в рассеянии, держащихся старого обряда, собора епископов Русской Православной Церкви за границей РПЦЗ, приветствует. Возлюбленные братья и сестры, по святой православной вере нашей, благодать и милость человеколюбца Спаса да будут с вами вовеки. Мне сказали не спаситель, а Спаса. Как у них тогда принято было, так остается. Иконы так называется Спаса. Даже сегодня праздники, первый, второй Спас. В год, когда Святая Православная Церковь обращена 2000-му юбилею Рождества во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы, собор епископов РПЦЗ, собравшихся в богохранимом граде Нью-Йорке, на наших заседаниях думаем и о том, как бы мы могли способствовать уврачеванию того разделения, которое уже столько столетий переживает церковь российская вследствие богослужебных изменений, установленных в 17 веке. Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам старого обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских властей,
которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в иерархии русской церкви, только за любовь старообрядцев к преданию, принятому от благочестивых предков, за ревностное хранение его. Русская зарубежная церковь с самого своего основания соответственно искала примирения со старообрядцами. И на своем третьем всезарубежном соборе, состоявшемся в 1974 году, во всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи и обряды православными и спасительными. Запрещения же и клятвы, наложенные в прошлом на содержащие эти обычаи, считать недействительными. Вот отстали. Патриархия подсуетилась пораньше, а эти на 3 года позже. Отмененными и якобы бывшими. И несмотря на это, хотя наша иерархия и наши верующие никогда не участвовали в преследованиях и насилиях, причиненных старообрядцам, мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем, дабы спросить у них прощения за тех, кто презрительно относился к их благочестивым отцам. Этим мы хотели бы последовать примеру святого императора Феодосия-младшего, перенесшего святые мощи святителя Иоанна Златоуста в царственный град из дальней ссылки, куда родители его немилостиво отправили святителя. Применяя его слова, мы взываем к преследованным. Простите, братья и сестры наши, прегрешения, причиненные вам ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников. Не возлагайте горечь на нас за невоздержанные деяния их. Хотя мы потомки гонителей ваших, но не повинны в причиненных вам бедствиях. Ну, то есть сами гонимые за рубежом не повинны, только из-за этого. Уж какого гнать, когда самим голову отрывают. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над ними. То что делать? Просят за предков. Вот когда Златоуста гнали, то слабовольный император Аркадий подчинялся жене своей Евдоксии. Она из простого рода-то была такая, ну, очень злобная была. И она, Иоанна Златоуста, гнала, свергла, ну, при помощи епископов. Епископы-то они всегда смотрели, что власть, какой кусок даст им. Главное, гонитель был Феофил, патриарх Александрийский, целый корабль подарков привез. И его низвергли в ссылку, он до ссылки не дошел и умер. И вот теперь она лежит в гробу, и 32 года с нее там, с ее скрепа, мраморная плита сползает, она трясется. Нигде землетрясения нет, один гроб в храме поставили, а трясет ее, сбрасывает. И тогда поняли, что надо просить прощения. И он принес прощение, просил за свою мать. Так же было во времена, когда Алексей Михайлович в России был. Целой делегации послали, где в ссылку был митрополит Филипп Колычев, взять оттуда и просил прощения за неумеренную лютость деда своего Ивана Грозного. То есть просить прощения у мертвых. У меня такая статья была в газете. Мы кланяемся вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам. Простите оскорбившим вас безрассудным насилием, ибо нашими устами они раскаялись в соделанное вам и спрашивают прощения. В 20 веке на православную российскую церковь обрушились новые преследования. Теперь уже от рук богоборного коммунистического режима. Вот так, пришло время. И наконец аукнулось. Рано или поздно это придет, оно никуда не денется. Перед нашими глазами ярким образом представилось преследование при малодушном или даже бессовестном сотрудничестве и пособничестве гражданским властям со стороны лиц, именующих себя церковными. А именующих? Догонители канонизированы были.
Понимаете, как все это сегодня, даже покаяние, и надо еще тех, которых канонизировали гонители, деканонизировать. Еще тоже не до конца дошли. Мы со скорбью признаем, что великое гонение нашей церкви в прошедшие десятилетия отчасти может быть и Божьим наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками. Итак, мы сознаем горькие последствия событий, разделивших нас и тем самым ослабивших духовную мощь русской церкви. Мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенную церкви рану и молимся о том, чтобы мы, если на то будет воля всемилостивого Бога, могли бы участвовать в таком богоугодном деле. Мы верим, что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям Христовым в исповедании, что не обряды наши сами по себе приближают нас к Богу, но покаяние наше, смирение, готовность к взаимному прощению, любовь и все христианские добродетели устрояют нам наше спасение. Мы искренне желаем встретить представителей церкви старого обряда и согласий, а также их приходов, дабы мы могли совместно разрушить средостение, разделяющее нас, и подготовить путь к добрым отношениям. И, наконец, к восстановлению полного общения между нашей церковью и теми, кто стремится сохранить старый обряд в лоне русской церкви. 13-26 октября 2000 года. Митрополит Виталий, председатель архиерейского собора, члены архиерейского собора, архиепископ Лавр, архиепископ Олимпий, архиепископ Лазарь, епископ Вениамин, епископ Евтихий. Вот тут не разобрать. Ну, подписи, неразборчивые подписи. Да. Ну, все подписались до единого. И дальше, комментарии. Комментарии. Этого документа... Это я документ отдаю к этому документу, комментарий. Этого документа миллионы людей ждали 333 года со дня реформы Никона. Реформы ненужной, противозаконной и крайне вредной, принесшей неисчислимые страдания верным сынам православной церкви на Руси. Реформа Никона расколола русскую нацию, ослабила ее силы и привела в конечном счете к заселению масонов при Петре Первом и к их революции... Заселение или засилию? В счете к засилию масонов при Петре Первом и к революции 1917 года. Это решение Синода РПЦЗ будет, быть может, самым лучшим и памятным, что вышло от них за последнее десятилетие. И даже против такого смелого, открытого покаяния, направленного на то, чтобы снять с себя вину, возложенную на них от отцов-реформаторов, сегодня пытаются опротестовать и представить в ложном свете курдские и другие лжепатриоты православия. История учит нас просить прощения не только у живых, но и у мертвых, чтобы снять вину греха. Это было с Феодосием-младшим, императором Византии, который писал к Иоанну Златоусту, как живому, спустя 32 года после его кончины при перенесении его мощей. Он просил у святителя прощения за лютость матери Евдоксии, свергнувшей и сославшего Златоуста в ссылку, до которого он так и не дошел, умерев в пути. При перенесении мощей митрополита Филиппа, удушенного Малютой Скуратовым, по приказу одного из лютейших в мире правителей, царя Иоанна Грозного, молодой царь Алексей Михайлович просил прощения у митрополита Филиппа
за неумеренную лютость предка своего Иоанна. Покаяние перед старообрядцами, природными русскими гражданами, патриотами своей родины и старой веры снимает душевный гнет с гонителей и их духовных потомков в этой жизни до суда Божия. Ну вот так. И по-другому не надо даже рассуждать. Находясь в лоне Московского патриархата, есть священники, которые там и находятся в патриархии, служат по старому обряду. Это метров 250 от храма Христа Спасителя, на другой стороне канала Москва. Там есть храм, прям видно, купола, старинный храм Никола на Берсеневке. Отец Кирилл Сахаров, игумен. Там и патриарх служит. У них одеяние, все старообрядческое. Недавно выставили в интернете, что, как называют, правая рука патриарха Кирилла, митрополит Иларион Алфеев, председатель внешних церковных отношений, служит по-старообрядчески. Вся шапка, все старообрядческое. Ну и там, конечно, отец Кирилл. Было принято еще раньше решение, единоверческая церковь, которая все обряды соблюдают по-своему, но находится в господствующей синодальной церкви, теперь в патриархате. Им они ставят священников, которые все будут делать так, как принято было при князе Владимире. А как теперь понимать? Рано спасительно. У нас в общине молятся и два перста, и три перста. То, как может. Мы никогда на это не смотрим. Рано, еще до много-много лет раньше, до их покаяния, снятия этого, мы это знали и говорили. Тут то, что покаяние патриархия не принесла. Это самая беспокаянная структура, как КПСС. Нет покаяния. Нет. Немцы принесли покаяние перед евреями, выплачивают свои там репарации и прочее. У русских нет это. Это от вышестоящих зависит. Внутри себя мы должны просить прощения у тех, чьи мы предки являемся. Мы-то уж из старобрядческой семьи, мы никак не никоньяне. Но так как мы находимся в лоне Русской Православной Зарубежной Церкви и признаем Московского Патриархата, они у нас служат, то получается, что и мы потомки гонителей. Хотя мы никакого отношения нет, а наши все предки были гонимые. Ну, я просто для тех, кто слышит это, сказать, настроиться на это, в мыслях это держать, не осуждать. Но и старообрядцы с места не двигаются. Покаяние. А тогда верните все на старый обряд. То есть совершенно немыслимые условия ставят. Меня спрашивает даже игумен, а возможно ли объединение? Невозможно. Тысячной доли процента нет. Они ожесточенные. Они из поколения в поколение передают. Они нас гнали. Ну гнали. С немцами воевали, теперь отношения хорошие установили. Было трудно перестройку, оттуда слали свои и продукты, еще только не было. Ну, надо как-то вовремя это отойти. Время покаяния. Почему сейчас вот не попросить бы патриархии у старообрядцев прощения? Это бы как-то маленько гнет, сгладило. А те смотрят очень враждебно. Их не гнали новых, они... А мы их предки гонимые были. Ну, вы-то какое отношение к гонимым имеете? А эти гонителям никакого не имеют. Отец Кирилл автобус полный посадил своих прихожан и привез старый, ну, который монастырь до этого был, там старообрядцы теперь. Они закрылись, узнали, что он едет, видимо, предупредил и закрылись. Эти из автобуса вышли, а те закрытые и не пускают. А в щели наблюдают за ними. Потом уже отец Кирилл узнал. Ну и кто-то, видимо, кричит, не коньяне, там враги такие-то, но которые патриархийные. Ну вот видите, вы говорили о них нам. Отец Кирилл говорит, ну нам сказали слово одно, ну наши-то гнали их же. Сжигаемые, удавленные, рубили в ссылку. Ну, проще это. Староверы-то бежали везде. И в Турцию, и в Румынию они там были. Века целые были. В Австралию потом уехали. Там есть община. Это все гонимые. В Сибирь они заселяли, бежали. Вот Осип, это Карп Осип, Лыков, Агапия. Это все из тех старообрядцев. А для чего нам это знать? Чтобы правильно молиться, не искушая Господа Бога. Предки наши были гонителями. Наши, я говорю, как бы от патриархийной. Сегодня обстановка меняется, но и дальше этого не пойдет. Но покаяние надо принести. Вот сейчас, кто смотрит наш видеоканал, видите, как мы пошли. Утром у нас было
здесь прощенный чин батюшку до конца не мог кланяться после операции. А потом пошли в храм. И там Московская патриархия. И там был митрополит Сергий и больше 30 священников. Очень много. Они в ряд становились и перед всеми подходили. Они крест дают целовать. Ну, просто это крайне необходимо. Это я перед молитвой сделал вступление, чтобы настроить на определенный покаянный лад. Сегодня считается канон Андрея Крицкого на 4 части разбитый. Понедельник, вторник, среда, четверг. Четвертая часть дальше ступенями идет. Но у нас еще написано. Мы рассмотрели канон на 3 ступени. Он весь покаянный. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Его возвели на ступень благодарения. То же самое, ничего не меняя. И третье словословие. И у нас так и считается на 3 ступени. Покаяние, благодарение, словословие. И оно выставлено у нас в интернете. Ну, несколько лет назад было. Просто зайдите на наш, как сказать, на канал и слово зарядите канон Андрея Крицкого. И там все с этим словом выйдет, как у нас молились. Это очень необходимо и давно было. Так, молимся. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не калиже благое, сотвори их пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да не осужденно отверз за уста мои недостойные, восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Уставши от сна, припадаем Ти блаже, ангельскую песнь попеем Ти сильный, свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигну, если Господи, умы просвети и сердце уснимо, и отверзива, еже петите, святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородицу, помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, ико его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Божия, Богородицу, помилуй нас, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому героя Твоя благость и долготерпение, не прогневался на мне ленивого и грешного, не погубил меня со беззакония моими, но человеколюбствовал, еси обычный, в нечаянии лежащего воздвигл меня, еси во ежеутреннице славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя,
и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Еще раз повторю, что на меня не смотрите, а как братья кланяются земные поклоны. Мне это невозможно делать. 143-й псалом. Благословен Господь, твердыня моя, научающая руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что из человека, что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся. Блесни молнию и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтыре воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваяны столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедрот Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддержит всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его
Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос по своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многих щедротов и неизреченной милости. Ибо Ты сказал, что верующий меня жив будет и не видит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшийся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел домеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера, да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастника слова Той вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится слову, что отторг меня от Твоих рук и оградой, но ли хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, а чрев матери моей. Сподобь меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил под свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прещающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь мне грешного и не отступить мне за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону починить мне себе преобладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий! Хранитель, покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгонит мне смиренного и счастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, удалится скверны, лукавые и хульный помысел законное сердце и помраченного ума моего. И погаси поймы страстей, ибо его Бог и несчастье. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов. И освободи меня от всех злодеяний, ибо Тебя благословят сироды, и пречистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Хотелось сказать, вот мы считаем иногда, вот все, что здесь засчитано, это заученные молитвы. Но уже под старость этого нет. Страсти, все это ушло. А все равно надо считать. Почему? Мы как бы приближаемся к видению Божию. У Бога все в одном дне.
это напоминание о том, что все это было. Ну и только что в молитве написано. Молитва, которая принята, одобрена священноначалием. Так принято говорить. И себя туда тоже прилагает. Но у меня этого нет. Церковь никогда не ставила так вопрос. Нет, остается в другом, в воспоминаниях. Еще такое в воспоминаниях есть, что ярче картины не придумаешь. И поэтому покаяние постоянно приносит. Да Бог сказал, забуду и заброшу за хребет свой. Все правильно. Бог-то сказал, но ты-то помни. Ответ один, помни. Ну разве Петр не знал про это? Почему он всю жизнь скорбел, что он, а я отрекся. Павел, а я был гонитель и недостоин называться апостолом. Уже апостол, уже прощенный. Уже принял крещение, избран апостола. Ну все, я недостоин называться, я гнал церковь. А не так, что забыл и все, чистый теперь, на балалайке играет. Вот у православных этот вопрос поставленный очень хорошо. У протестантов этого нету. И вернуть их туда никак нельзя. И поэтому духовного подвига-то не делают никак. Стоят по-мирски, бритые в галстуках. Ну все по-мирски, постов никаких нет, креста нету, ничего нет. Одно название... Отныне усилием прилагается. Посты никак никто не хочет исполнять. Даже кто называется православным, ссылается на Осипова. Осипов говорит не надо. Не знаю, где он говорил не надо. Вот у старообрядцев, повторяю, это не два человека. Речь-то идет о большем числе. Тем более, сколько неучтенных беспоповцев, которые там катакомбы считаются и прочее это. За все время... За 333 года, а теперь за 350 лет получается, ни один человек пост не нарушал, ни один. Вот все. У нас бабушка была там по 90 лет, и даже, ну, даже говорить не надо об этом, чтобы она нарушала там толокно. Что такое толокно? Ну, овсянка какая-то мелко раздробленная, как манка варили, и капуста там где-то, и то с воздержанием. Нам надо это помнить, необходимо это помнить, чтобы мы не забывались, кто мы и откуда, не заносило, чтобы нас. Да, грешен, как Агафон и Авву стали упрекать в чем-то братья, испытать его, совсем согласился, кроме одного греха. И мы это должны знать. Блудник, он и женщину-то не видал. Да, так, где-то в мечтах что-то было, и кается, и плачет. Убийца на брата разгневался когда-то, и теперь... Как Макарий Александрийский. Комара убил. И всю жизнь себя считал комароубийцем или кем-то что-то. То есть перехлёстывало иногда. Но это необходимо нам знать. Что были такие люди, которые тонко чувствовали, что соделали что-то не так. И вот когда на молитву становимся, написано, не искушай Господа Бога твоего. Не искушай. Приготовься, чтобы знать, о чем молиться. Вот сейчас пост, повторяю. Субботу, воскресенье разрешается растительное масло. Фактически поста нету, раз растительное масло разрешается. Попутно сказать, на масле никогда не жарьте. Это рак. А как? Сготовила, сняла с плиты, и тогда отдельно масло налей. Неважно какое, хлопковое, там, оливковое, подсолнечное. Ну, надо разумно все делать-то. Мы начинаем молиться сейчас, мы перечисляем своих святых, кто там есть, тоже... Говорите, некоторые наши знакомые хотели на молитву пристать, но у нас в это время назначены псалтырь. Мне как раз ваше время, вчера один пишет, назначена молиться, неусыпная псалтырь, неусыпающая. То есть круглосуточно, чтобы просчитывалась псалтырь. Это не нами придумано, это далеко-далеко, там Александр неусыпающий, обитель такая была. А что это дает? Нам как решать об этом? Мы умно страиваться, для нас дает конкретно, мы... Пред Богом предстоим, это уже хорошо. Но не, мыслями где-то не блуждать. И когда к Агафону подошли братья, говорят, ты еретик. Он сразу слезы вытер. Нет, братья, никогда не был. Потому что там слабость нашей плоти, наклонность к ней. Грех обладает силой притяжения. А ересь – это упорное стояние на своем, отвергнуть, как установила церковь. И дальше уже начинает суесловить. Богохульствовать, как Арий, Нестория, там Евтихий, Архимандрит были какие. Нет. Какие бы мы ни были православные, мы должны бояться этого слова ересь. Никуда от Никео Цареградского ни символа не уходить. Веруя во единого Бога Отца. Но там одно слово выброшено Никоном было и в Духа Святаго Господа истинного.
истинного, оно истинное выбросили. Объяснения никакого не нахожу. Считаю, что враг посмеялся. Впереди Бога истина, от Бога истина, Отец и Сын. А от Духа Святого истину отбросили. Хотя равнопоклоняемая, нераздельная, единосущная Троица. Ну, считаю, враг посмеялся. Хотя, когда молитва Духа Святому считается, Царю Небесный, Утешителю, Души Истинной, тут Дух Святой называется истинным. Надо все разумно смотреть. Повторяю, что мы из старообрядческих корней, беспоповцы были, ну а теперь приняли священство, все. И даже в этот храм, который не коньянский, старообрядцы запрещают заходить. То есть здесь ожесточение нечеловеческой силы. Тоже есть в чем каяться. Нет подвижки. Покаяние приносит нам настроение в душе, мирное. Я ни на кого ничего не имею. А тут имеет перед старообрядцем миллионы старообрядцев, сколько там в мире-то миллионы, я не могу сказать. Они имеют претензии, и перед ними нет покаяния. Старобрядцы тоже зряшно, новое поколение на них, ну, прямо злобиться невозможно. Даже заходить молиться нельзя. У нас в Потеряевке родные наши, родные, родная моя сестра, там, я спрашивал разрешение у митрополита Корнилия, хорошее у меня отношение с ним, чтобы они могли приходить в храм. Они делают так, если не коньянин, то пускай тот кланяется первый, а мы тогда, чтобы поклоны не совпадали, не синхронно. Ну, детская игра уже. Никого мы никуда не перетягиваем. Нет, сидят дома, в это время не молятся, пойти в храм нельзя. А если пойдет, отлучат. Отлучат от церкви, от причастия, играют причастием. Старобрядцы, это в этих они называют нас не коньянами. На занятиях можно, гулять вместе можно. Пить можно. А как похоронили, два кладбища у нас, Мирское, это Никоньянское, и Старобрядческое. Так отдельно они хоронили все время. Все вместе можно. Ну, жениться нельзя только было. И чтобы старообрядцы приняли православие, вот в том виде, как есть, редко, когда познакомятся молодые, а наоборот, это постоянно. Кто отсюда идет туда, даже разговора нету. Иначе разрушен брака не будет. Что принял Старобрядческое, потому что крещение неправильное, тут и тоже есть основания. Надо благоразумно во всем поступать. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда. Ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа, Спаса и Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага, жутворящая креста Господи, не оставя нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди твои, и благослови достояние твое, победу на сопротивные дары твои, сохраняя крестом твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священнария Иакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнелия, Александра, Диодора, паству их весь священнический, иноческий чин, и высшие истины служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам да еще священника, если угодно тебе, смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Дабы знали они, что над ними есть Ты, Царь царствующих и Господь господствующий. И сохрани их от покушения на них. И дай им покаяние истины, дабы издавали мудрые законы, не преследовали детей Твоих. И против благовестия не восставали. Слава Тебе, Господи, за тихую, мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил.
Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. До сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить доброе мирное время. И приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров и нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. И пришли добрые жители, знающих уставы твои, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. Расширь пределы наших общин, найди новые души. Господи Боже наш, слава Тебе! Возри на врагов, разруши их замыслы против нас. И закрой лживые уста, поносящие истину. И в судный день не помяни их безумие. Благослови благодетелей наших, Елену, Евгений, Наталья, Владимир, Максима. Пошли исцеление, терпение болящим, Сергия, Александра, Алексея, Анну, Неандилу, Валентину, Марию. Акелину и Акима, Владенца Александру. Ты знаешь, Господи, и через болезни вразуми народ Твой, посети гонимых, преследуемых, убиваемых детей Твоих по всему лицу земли и в Сирии, и прими их в обители вечные. Укрепи, дабы никто не отрекся имени Твоего святого, и сердцам учителей да примут Тебя истинного Спасителя Бога нашего. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, чадо их, Валентину, Алексею, Валентина, Надежду, Дмитрия, Олега, Алексея, Александра. Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу и Елену. Мария, Татьяна, Аллилуйя, путешествующих Раису и Льва, благослови отступников Николая, Михаила, найди, ты знаешь. И это наше сокровище, сайт и форум, найди и трудящийся на нем Игорь, Юрий, Дмитрий, Виктория, Василия, Сергея. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наши. И же с верой, надеждой на воскресение, жизнь вечно отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы, родителей, сродников, благодетелей всех православных христиан. И сотворим вечную память, вечный покой. Аллилуйя! И сохрани место сей, защити, дабы чуждые не могли приблизиться к нему. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю тебя, ангел мой, сколько лет ты хранил душу мою, от видимых и невидимых опасностей избавлял. Не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать и каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Аллилуйя.
Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Елагей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, Авраама, Исаака и Иакова. Дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но что будешь и навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящую. И святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Молите Бога нас, святые мученики, мученицы, Игнатий, Богоносец, Поликарп, Сминский, Устин, философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомидийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников. Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Дабы никто не принял начертание зверя. Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей за ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Николай, Стефан Пермский, Серафим, ты знаешь их, Господи, Макарий Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства ее Евгении, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлии, Елены, Людмилы, Галины, Иоанны. И прими наши молитвы и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам, молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Надо сказать, что в среду занятия вечером не будет, потому что мы накануне Андрея Крицкого присутствуем все, тут никого не будет. Сейчас я отключу, а потом включим. Мы тут начитываем наши занятия, которые были в Потеряевке с 91 года. Так, почему ни один не ставит? Совсем забыли все. Видишь, какая молодежь, и приходится все время подсказывать. Быстро все выставляйте. Я отключаю вас.
А потом кто там, Сергей, пускай включит. Если нет, то сам я и включу. С Богом.